Эффектно, ярко и грациозно началось первенство города Березники по художественной гимнастике. Более сотни спортсменов собрались на арене. Среди них и Даша Хомутова. Девчонка начала свой путь в художественной гимнастике в 4 года. И за это время уже завоевала 10 золотых медалей. И это только начало, делится с нами гимнастка. Было 10 первых мест, а сейчас думаю, что на большее. А вообще в будущем хочешь стать чемпионкой? Сегодня ты получила второе место, да? Да. Как думаешь, это заслуженно или могла первое занять? Заслуженно. Какие ошибки допустила? То, что не тянула носок на шпагате сзади. Несмотря на совсем небольшой возраст участниц, 6-15 лет, программа настолько насыщенная и плотная, что создается впечатление, что это совсем уже не дети, а настоящие олимпийские чемпионы. Личное многоборье без предмета, выступления по программе КМС с обручем, булавами, мячом и лентами, групповые программы по схеме 5 скакалок, 5 мячей. Такие упражнения предстояло выполнить гимнасткам. Отмечу, что это мероприятие включено в календарь соревнований. А это значит, что здесь можно не только защитить уже имеющийся разряд, но и получить новый. Эти соревнования проводятся для выполнения разрядов, что очень важно для наших гимнасток города Березники. Ну а соревнования посвящены ко дню мамы. Соревнования в таком формате проходят в Березниках не впервые. А организаторами в этот раз выступили культурно-спортивный центр «Азот» и городская администрация. Вот уже второй раз проходит у нас соревнования по художественной гимнастике. Конечно же, это очень важно для детей, развивает у них уверенность в себе, дисциплину, ну и также дисциплинирует родителей. Для нас, конечно, это очень важно, что такие мероприятия, соревнования проходят у нас в Доме спорта «Азот». Мы, конечно, относимся к этому очень ответственно, организуем и стараемся организовать на высоком уровне. Такие мероприятия – еще одно доказательство тому, что к спорту в Березниках подходят с чувством, с толком, с расстановкой. И сейчас копилка березниковских гимнасток пополнилась золотыми и серебряными медалями. Желаем девчонкам упорно трудиться и покорять новые вершины. Дмитрий Осташкин, Никита Игнатьев, «Наши новости».